Уважаемые слушатели, я приветствую вас в нашем учебном центре «Специалист». На нашем мастер-классе, который называется «Оценка персонала методом интервью». И рада, что вы с нами. Дело в том, что оценка персонала – очень важный элемент в работе. Вы наверняка знаете, что с 2020 года мы перешли на электронные трудовые книжки. То есть у нас сейчас есть сотрудники, которые отказались от бумажных, выбрали электронную трудовую книжку. Так вот, закон у нас сейчас не предусматривает необходимость соискателям, которые отказались, сотрудникам, которые отказались от бумажной трудовой книжки, предоставлять ее при трудоустройстве. Ну, то есть сотрудник отказался от бумажной трудовой книжки, и, в принципе, нигде не сказано в законе, что он обязан своему новому работодателю предоставлять бумажную версию, если он от нее отказался. В результате у нас возникают риски. Риски возникновения таких сотрудников, ну, которые хотят что-то скрыть из своего прошлого. То есть мы с вами можем не увидеть весь послужной список сотрудников и обязать их, да, в обязательном порядке это предоставлять. Но мы тоже, к сожалению, не можем, поэтому повышаются сейчас наши риски приема на работу, так скажем, не совсем подходящих кандидатов. Именно поэтому к вопросам оценки сейчас повышается интерес, разрабатываются, совершенствуются методики различные, но интервью, оно у нас всегда было и есть, и очень много рекрутеров принимают решения, ориентируясь исключительно на интервью, то есть большинство решений о выборе того или иного кандидата принимается на основании интервью. Именно поэтому я и хотела с вами сегодня обсудить оценку персонала методом интервью, какие техники мы используем, какие лучше использовать, то есть как это сделать для того, чтобы минимизировать риски подбора неподходящих кандидатов. Хотела представиться. Меня зовут Чеботарева Светлана Владимировна. Я являюсь сертифицированным специалистом в области управления персоналом. Также являюсь кадровым аудитором. Опыт в консалтинге у меня уже более 15 лет. Также являюсь автором и разработчиком курсов и по HR-направлениям, и по кадровой работе. Также есть мои контакты, если что, можно будет написать мне на почту. Так как наша тема посвящена оценке персонала, хотела рассказать, что мы стартуем 17 мая, то есть наш курс «Менеджер по оценке и аттестации» стартует 17 мая. Продолжительность данного курса 16 часов, то есть он небольшой, но там мы как раз более подробно рассматриваем данную тему. То есть разные методы оценки персонала, повышение эффективности, внедрение системы оценки в организацию. Нашему центру уже 29 лет, и мы 29 лет учим людей. И за этот период у нас уже более 1 миллиона выпускников, более 1000 курсов, то есть у нас очень много разных направлений подготовки, 250 преподавателей, вот я как раз одна из преподавателей нашего учебного центра. Также наш центр гарантирует и качество обучения, и гарантию результатов, потому что мы используем современные формы и методы. Обучение в нашем центре проводят педагоги практики, то есть с опытом работы непосредственно. А те, кто сталкивается в реальной деятельности с тем направлением, о котором идет речь. Кроме того, есть гарантия сохранения средств, если оплачивает организация. То есть, например, организация может оплатить обучение своего сотрудника, но если этот сотрудник по какой-то причине не сможет пройти обучение, то, собственно, наш центр гарантирует, что может обучить и другого сотрудника, то есть нет привязки к конкретному сотруднику. А также это гарантированное расписание, очень удобное расписание, разные формы обучения, удобные, комфортабельные классы, да, где проводятся учебные занятия. Итак, что я предлагаю рассмотреть на нашем мастер-классе? Это использование модели компетенций и методы, техники, как провести интервью по компетенциям,
и определить наиболее подходящего кандидата, так как подчеркну, что решение о выборе кандидата, мы сейчас говорим про оценку на этапе приема сотрудника в организацию, так как решение в большинстве случаев о выборе того или иного кандидата принимается по результатам интервью, и риск выбора неподходящего кандидата крайне велик, поэтому есть смысл, конечно, обсудить эту тему и процесс формирования модели компетенций, и как эффективно провести интервью по компетенциям. А что должен знать рекрутер? Прежде всего, знание и опыт кандидата. Это, так скажем, ядро в оценке кандидата. То есть мы должны понимать, в какой мере данный сотрудник справится с производственными задачами, которые предполагает та или иная должность. Навык – это то, что кандидат умеет делать. То есть, по сути, действия, которые доведены до некого автоматизма. А компетенция – это модель поведения, которая свойственна тому или иному человеку в определенных обстоятельствах. То есть эти навыки как раз в этой модели и проявляются. Оценка компетенции – это прежде всего оценка эффективного или неэффективного поведения человека, но только с точки зрения конкретной должности. Здесь я имею в виду не хорошее или плохое поведение, там, правильно или неправильно, хорошо это или плохо, а уместное, подходящее для конкретных рабочих условий или неподходящее для конкретной должности. Одно и то же качество в разных ситуациях может быть уместным, но может быть неуместным. Традиционно принято считать, что, например, коммуникативные навыки, если они развиты, это хорошо, да? Ну, например, если мы принимаем на работу бухгалтера, излишняя коммуникабельность может, собственно, навредить рабочим задачам. Поэтому наша задача – сформулировать перечень компетенций, которые необходимы для выполнения конкретной работы. А также, что мы еще должны выяснить? Знание, опыт – это с точки зрения ответа на вопрос, сможет ли он выполнить данную работу в рамках данной должности. А мотивация, в какой мере он заинтересован выполнять данную работу, потому что наша задача не просто подобрать подходящего кандидата, важен еще фактор надежности, как долго у нас этот кандидат останется, действительно ли ему интересна данная сфера деятельности и данная должность. Так, например, мы принимаем на работу секретаря, где требуется знание английского языка, и перед нами кандидат, который владеет английским языком на уровне синхронного переводчика. Ну, мы скажем, ура, как здорово. Но действительно ли этот кандидат заинтересован в этой должности? Он ведь не сможет этот навык проявить в полной мере, потому что на таком уровне знание языка для данной должности не требуется. Возможно, он просто ждет более подходящую должность, работать где-то надо. И, скорее всего, такой кандидат покинет нас, как только найдет более привлекательное, более перспективное место. Поэтому мотивация с точки зрения, хочет ли сотрудник работать в рамках данной должности и выполнять данную работу. И не менее важен третий параметр – это личные качества. А личные качества могут как способствовать эффективному выполнению работы, так и препятствовать. Кроме того, каждая компания имеет организационную культуру, корпоративную культуру, и личность работника на этапе интервью мы оцениваем с точки зрения, впишется ли этот сотрудник в нашу корпоративную культуру или нет. Потому что в каждой организации есть определенные нормы, правила, ценности, как формальные, так и неформальные. И задача понимать, сможет ли сотрудник работать в этих новых условиях для него. Так вот, что из себя представляет интервью по компетенциям? Прежде всего, интервью по компетенциям нам необходимо для того, чтобы понять, обладает ли кандидат компетенциями, критично важными для конкретной должности, на которую он претендует. Являются ли эти компетенции его сильной стороной и областью для развития? Если критично важные компетенции не развиты, то этот кандидат, скорее всего, не подойдет для рабочих задач, которые предполагает данная должность. Ну или каких-то особых условий, в которых ему придется работать. Поэтому цель интервью по компетенциям – это определить уровень развития у кандидата,
определенных компетенций, ну, например, методом исследования конкретных примеров из его прежней рабочей жизни, из его прежней рабочей практики. Как рекрутеру понять, какие именно компетенции нужно исследовать для той или иной позиции? Мы отталкиваемся с вами от профиля должности. Профиль должности – это прежде всего функциональные обязанности, которые предстоит выполнять сотруднику. Для разной должности это определенный набор функциональных обязанностей, прежде всего, да, поэтому мы отталкиваемся от функционала должности. Кроме того, чтобы определить этот набор компетенций, мы можем проанализировать работу особо эффективных сотрудников. Ну, например, у нас есть подразделение, так скажем, наши звездочки, которые показывают чудеса эффективности, работают лучше, чем другие сотрудники. А также руководитель подразделения, наш внутренний заказчик, может вам подсказать, да, какой из его сотрудников работает лучше. И далее попытаться выяснить, а какие же качества обеспечивают эффективную работу в рамках данной должности. То есть что конкретно, какими конкретно качествами должен обладать кандидат именно на эту должность. То есть что эффективного сотрудника отличает от неэффективного сотрудника. То есть мы отталкиваемся от профиля должности и от наших эффективно работающих сотрудников. Так вот, модель компетенции – это полный набор характеристик, которые позволяют сотруднику эффективно справляться с производственными задачами. Здесь у меня приведен пример, модели компетенции. То есть компетенция предполагает ее детализацию, то есть мы должны дать определение компетенции, что мы под ней понимаем. То есть у нас должно быть содержательное наполнение компетенции. Также мы можем компетенцию разбить на подкомпетенцию. Это называется кластер компетенций. Так, у меня, например, здесь выделено 3 кластера и 9 компетенций, такие как личная эффективность, коммуникативная эффективность и управленческая эффективность. Это пример модели компетенции для оценки руководителя. Ну и плюс профессиональные знания в рамках той должности, в рамках того направления, которым данному кандидату предстоит управлять в качестве руководителя. Каждая должность предполагает определенные функциональные обязанности. Формулируем функциональные обязанности и от них, уже отталкиваясь, формируем ключевые компетенции. При этом у нас есть корпоративные компетенции, которыми должны обладать все сотрудники нашей организации, и ключевые компетенции с точки зрения функционала. Что важно? Важно понимать, что такое ключевая компетенция. Ключевые компетенции – это те, без которых человек не справится с основными задачами. Ну и, по сути, результата работы не будет. Если же речь идет о такой компетенции, без которой, ну, что-то будет сделано хуже или медленнее, но для главного результата это не слишком критично, то такая компетенция не является ключевой. Поэтому утопать в бесконечном перечне компетенций нам не нужно. То есть нужно сформулировать именно ключевые компетенции порядка 5-6. Кроме того, имейте в виду, что на оценку компетенций во время интервью нам потребуется время. И слишком большой их перечень, это, собственно, что будет означать? Что мы их сможем оценить лишь поверхностно, то есть у нас не будет полной информации по каждой из них. А если мы сузим перечень этих компетенций и выделим именно важные ключевые компетенции, то тогда мы сможем более детально наличие этих компетенций у того или иного кандидата проанализировать. Итак, наша задача – определить компетенции, определить уровни развития компетенций, по которым мы будем оценивать. То есть это индикаторы оценки. А какие поведенческие индикаторы свидетельствуют о наличии у данного кандидата той или иной компетенции? То есть, по сути, индикатор – это поведенческое проявление той или иной компетенция, то, в чем выражается соответствующее качество. И уже с помощью этих индикаторов рекрутер на интервью определяет развитость соответствующей компетенции у того или иного кандидата. При этом, формулируя компетенции, мы можем с вами
сформулировать какие-то свои, нашу корпоративную модель компетенций. Мы можем использовать библиотеку компетенций, например, библиотеку компетенций Ломингера, или есть универсальные модели SHL. Ну вот давайте в качестве примера рассмотрим какую-нибудь компетенцию из универсальной модели SHL. Там есть такая компетенция, это важно, да, для определенных должностей, такая компетенция, как преодоление давления и неудач. Ну, то есть может человек преодолевать давление, сложности и неудач или нет. А преодолением давления и неудач, что здесь имеется в виду? Это умение успешно справляться с препятствием, быть эффективным, например, в стрессовой ситуации. То есть это как определение, да, мы даем этой компетенции, что человек может быть эффективным при различных стрессовых условиях. Ну и также преодолевает препятствия. А по модели SHL у этой компетенции есть 4 поведенческих индикатора. А, собственно, по этим индикаторам мы можем определить степень развития данной компетенции у кандидата во время интервью. Какие это индикаторы в рамках данной компетенции? В напряженных ситуациях справляется с работой и сохраняет контроль над эмоциями, то есть эмоционально сдержан, успешно преодолевает препятствия, то есть не бросает на полпути, сталкиваясь с какой-нибудь сложностью, поддерживает баланс между работой и личной жизнью и конструктивно воспринимает критику. То есть индикаторы есть. Далее мы должны определить их по уровням, по степени выраженности. А так, например, отсутствует компетенция или сверхкомпетенция, да, то есть у нас есть уровни. А нулевой уровень – это когда сотрудник вообще не владеет компетенцией, ну и также не понимает степень ее важности. Ну и третий уровень – это, так скажем, уровень экспертный, в рамках данной компетенции, и то, что посерединке. То есть уровень первый – это базовый уровень, уровень второй, как правило, это на уровне должности, ну и уровень третий – это если нам требуется какой-то экспертный уровень владения данной компетенцией. Далее. Как мы проверяем у кандидатов развитие компетенции с помощью индикаторов? А на основе индикаторов рекрутер должен составить список вопросов про опыт кандидата. То есть мы должны по каким-то ситуациям увидеть степень развития у кандидата той или иной компетенции. То есть чтобы у нас была какая-то рабочая ситуация, например, из прошлой жизни кандидата, в которой бы он проявил требуемое для нас качество. И мы бы по индикаторам смогли бы понять, а на каком уровне находится у нашего кандидата та или иная компетенция. А так как мы отталкиваемся с вами сначала от компетенций, мы должны дать им содержательное наполнение. У каждой компетенции у нас будет разное содержание. И вот это содержание также зависит и от должности, от специфики работы. Так, например, если мы возьмем с вами коммуникативные навыки. Ну, очень популярная компетенция, да, есть должности, для которых коммуникативные навыки являются ключевыми, основополагающими для эффективной работы. Но наполнение в разных организациях и для разной должности будет разное, потому что что только не понимается под коммуникативными навыками. Это и умение убеждать, это умение находить аргументы, это умение работать с возражениями, это навыки красноречия, ну и так далее. Да? Поэтому наша задача с точки зрения конкретной должности дать определение конкретной компетенции. Ну вот пример. А компетенция – это способность работать в команде. Какие у нас будут индикаторы? Ну, то есть как мы увидим, человек способен работать в команде или нет? Вы имеете в виду, что на этапе интервью мы с человеком не знакомы. Но наша задача – провести интервью таким образом, чтобы понять, сможет ли этот человек работать в команде или нет. А это умение сотрудничать, кооперироваться, конструктивно преодолевать разногласия, использовать потенциал группы, ориентироваться на
коллективные результаты, командные достижения общей цели, а не на индивидуальную работу, не замыкаться на индивидуальном участке. Потому что есть люди, ну, которые не совсем способны работать в команде, это не значит, что это плохо, да, это плохие люди какие-то. А просто, допустим, нам конкретно нужен человек, который обладает такой способностью к командной работе. А потому что эффективность работы напрямую зависит от эффективности работы команды. Ну, например, это проектная работа какая-нибудь, проектная деятельность. А далее, когда у нас есть смысловое наполнение компетенции, мы ее разбиваем по уровням. А нулевой уровень – это, собственно, на своем участке замыкается и вообще не стремится к взаимодействию. Ну и третий уровень – это уровень сверхмастерства. А, то есть, когда, собственно, для человека это свойственно, это характерно. Он предпочитает кооперативные формы совместной деятельности, постоянно анализирует, взаимодействует, интегрирует работу команды. Ну и далее у нас есть промежуточные уровни. Уровней не должно быть слишком много, потому что если мы их сделаем слишком много, то в данном случае переход от одного уровня к другому, ну, будет мало заметен, и рекрутер запутается, то есть не поймет, на каком уровне ему определить эту компетенцию кандидата, либо на там, шестом, либо на седьмом. А поэтому оптимально это 3-4 уровня, да, где-то. Ну, если мы нолик берем как отсутствие данной компетенции. А профиль компетенции составляем, то есть у нас есть функционал, например, менеджер по работе с клиентами. Есть функционал нашего менеджера и есть компетенции, которые мы будем оценивать. Это работа с клиентами, коммуникативные навыки. Обратите внимание, при определении содержания компетенции они не должны пересекаться, потому что работа с клиентами может включать в себя именно коммуникативные навыки. Я, так сказать, специально здесь это указала, потому что это такая частая ошибка, когда формулируют компетенции, но они пересекаются друг с другом. А тогда непонятно, собственно, что мы с вами оцениваем, либо работу с клиентами, либо коммуникативные навыки. Вот как раз давая определение компетенциям и деля их по уровням, мы сможем этот недостаток преодолеть. А также у меня здесь выделена ответственность за результат, планирование организации, работа в команде. Предположим, работа в команде – это у нас корпоративная компетенция, и мы ее у всех оцениваем. И также, что еще важно для работы такой менеджера по работе с клиентами – это стрессоустойчивость. Это то, что мы должны оценить в процессе интервью. То есть есть компетенции, есть индикаторы, есть уровни. Далее наша задача – провести интервью, определенным образом составить вопросы, кейсы, да, чтобы человеку, отвечая на наши вопросы и решая наши кейсы, мог бы продемонстрировать ту или иную компетенцию, и также, чтобы мы могли понять, на каком уровне находится та или иная компетенция у нашего кандидата. Так вот, как, собственно, эффективно провести интервью? Наша задача определить кандидата, который наиболее полно впишется в нашу корпоративную культуру и будет наиболее эффективно выполнять производственные задачи. Как мы оцениваем нашего кандидата? Как правило, ну, так скажем, 80% интервью, если не больше, если не все 100%, посвящены прошлому опыту кандидата. То есть мы ориентируемся на прошлые кандидаты, то есть все вопросы, которые мы задаем, пытаемся выяснить, какую работу он выполнял на предыдущей должности, какие производственные задачи у него были. И на этом основании мы делаем вывод относительно того, справится ли этот сотрудник в нашей организации с данной должностью или нет. А вот это типичное заблуждение, когда мы не пытаемся спроецировать прошлый опыт на наше будущее, то есть на работу в данной должности. Потому что если кандидат когда-то работал эффективно в другой организации, возможно, там были другие условия. А у нас условия отличаются от тех условий, в которых работал кандидат на прошлом месте работы. Поэтому не факт, если он справлялся эффективно с работой
прошлой жизни, он также эффективно справится и в нынешней, в текущей рабочей ситуации в нашей организации. Поэтому здесь очень важно не только апеллировать к прошлому, как это делает большинство рекрутеров, но и пытаться соотнести с нашим настоящим и будущим. То есть есть техника по оценке прошлого опыта кандидата, и также есть техника по оценке, так скажем, будущих возможностей, потенциальных возможностей кандидата. То есть задача спроецировать, сделать такую небольшую проекцию. И еще очень важный момент. Если человек что-то хорошо делал в прошлом, не значит, что он будет так же хорошо это делать в будущем. И наоборот, если человек какую-то работу в прошлом не выполнял, это вовсе не означает, что он будет плохим работником в данной должности в нашей организации. Как говорится, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. То есть все, человек при достаточном уровне мотивации достаточно легко способен обучиться, ну и освоить какие-то тонкости в работе. Кроме того, одна и та же должность в разных организациях может подразумевать совершенно разный функционал, разные условия, разный социально-психологический климат. Именно поэтому подбор – это всегда риски. Вот наша задача достаточно полно оценить эти компетенции у кандидата. Еще одна такая типичная ошибка для рекрутера – это когда рекрутер, ведь элемент субъективизма при проведении интервью мы от него избавиться не можем, ну, от слова совсем. Это субъективная оценка кандидата рекрутером. Наша задача – повышать объективность оценки. А для этого наша задача – выделить факты. Ну и, так скажем, не выдвигать какие-либо гипотезы, которые мы потом подтверждаем, либо, ну, в зависимости от, так скажем, индивидуальных особенностей рекрутера. То есть мы должны опираться на факты из его рабочей жизни в прошлом, да, а не строить какие-то гипотезы, почему произошло именно так, а не как иначе. Так, например, мы видим, что ну, человек, так скажем, достаточно быстро повысился в должности на предыдущей организации, например. Ну, то есть как-то за год, да, он тут же стал начальником. И, собственно, мы начинаем думать, что там он по блату получил повышение и так далее. Все это, так скажем, приводит к тому, что мы не совсем объективно смотрим на кандидата. То есть мы пытаемся подтвердить эту гипотезу, и у нас формируется избирательное восприятие и избирательное искажение фактов. А вот то, что человек получил повышение за год, вот это факт, мы на него ориентируемся, а не строим какие-то гипотезы. К тому же это может быть и маловероятные гипотезы, но из-за этих гипотез, ну, у нас, скажем так, представление о кандидате может быть не совсем правильным. Еще очень важный момент, на что мы ориентируемся в процессе интервью. На самооценку кандидата. Есть люди достаточно самоуверенные, достаточно самоуверенно ведут себя на интервью. И в результате у рекрутера может сформироваться ошибочное представление относительно навыков и знаний данного сотрудника. Либо кандидат может быть достаточно замкнут, необщителен, нам, собственно, это и не нужно для данной должности. Это, так скажем, приводит к тому, что мы недостаточно полно его оцениваем. То есть нам кажется, что это кандидат не самый подходящий. Так вот, нужно строить интервью. То есть нужно подходить более объективно к этому вопросу, то есть делать выводы не только исходя из самооценки кандидата. Мнение важно, и, так скажем, представление о кандидате тоже очень важно, но наша задача все-таки постараться сделать оценку более объективной. Кроме того, кандидаты, ну вот, собственно, кто нам импонирует? Ну, собственно, те, кто нам ближе, те, кто нам симпатичен и так далее. Это такой важный психологический фактор при проведении интервью. И кандидаты зачастую, ну, используют различные психологические приемы для воздействия на рекрутера. Ну, например,
так называемый эффект зеркала. То есть, когда кандидат всем своим видом показывает, что я ваш, я свой, и вы должны взять непременно именно меня. И вот это вот личное отношение рекрутера, оно является доминирующим при принятии решений. А нам нужна с вами все-таки объективная оценка. Вот задача избегать этих ловушек. Ловушка первая – это только ориентироваться на прошлое кандидата, это заблуждение. Ловушка 2 – это принятие решения, исходя из гипотезы. И ловушка 3 – это когда мы принимаем решение, исходя из самооценки кандидата, а не ориентируясь на объективную оценку. Также важно понимать, что у нас нет плохих или хороших кандидатов. Если нам кандидат не симпатичен, это вовсе не будет означать, что он плохо справится с рабочими задачами. Наша задача понимать, справится он с должностью, с работой в рамках данной должности или нет. Ну, представьте себе, мы принимаем на работу там, финансового контролера. Он может быть нам совершенно не симпатичен, но это идеальный кандидат с точки зрения должности. Так вот, мы ориентируемся с вами от профиля компетенции, которые составили. Теперь наша задача оценить компетенции у кандидата. Какие приемы мы можем использовать? Ну вот есть такая техника, получила название STAR. Методика оценки компетенции, исходя из прошлого опыта кандидата, то есть прошлый опыт кандидата, он важен, и, безусловно, мы его оцениваем, то есть ту работу, которую кандидат выполнял в прошлой жизни. В чем суть данного метода? Кандидат должен описать ситуацию, которая с ним происходила в прошлой жизни, какая задача или цель перед ним стояла, какие действия он совершил для достижения, для выполнения данной задачи или для достижения данной цели, и какой результат он получил. Как правило, мы задаем вопросы кандидату, который должен, отвечая на данные вопросы, описать определенную ситуацию. Описание данной ситуации должно соответствовать той компетенции, которую мы оцениваем. Так вот, как, собственно, составить вопросы для интервью по технике STAR. То есть важно помнить то, что мы должны собрать подробную информацию про конкретную компетенцию. Это важно. То есть, задавая вопрос, мы должны четко понимать, какую компетенцию мы проверяем. Мы должны исследовать ее со всех сторон с учетом тех индикаторов, которые мы определили. Для начала нам нужен открывающий вопрос. Ну, то есть, чтобы кандидат вспомнил какую-либо ситуацию, которая могла проявиться, ну или наоборот, не проявиться, интересующая нас компетенция. Надо помочь ему подобрать такой пример, который позволил бы нам с вами, да, как рекрутерам, увидеть эту компетенцию наиболее полно. Ну, в то же время наша задача не подсказывать ему правильные ответы, да, слишком явно. Ну, давайте возьмем какой-нибудь пример. Вернемся к тому секретарю, да, который нам был нужен. Предположим, секретарь должен работать... будет работать в подчинении у двух руководителей. То есть он будет, по сути, получать задания от равных по статусу руководителей. И нас интересует с вами, например, такая компетенция, как многозадачность. Многозадачность. Мы описали данную компетенцию с позиции следующих индикаторов. Внимательно фиксирует свои задачи, так, чтобы ничего не потерялось. Что еще? Планирует свое рабочее время, переключается, быстро переключается между задачами, регулярно отслеживает выполнение работы, сохраняет продуктивность в условиях нехватки времени, например. Ну и как вы думаете, в каких ситуациях эта многозадачность может проявиться лучше всего? Ну, я думаю, совершенно очевидно, да, когда эта ситуация, точнее, компетенция может проявиться. А когда у человека задач больше, чем обычно. Ну, например, заболел коллега, и данному сотруднику пришлось там, параллельно выполнять его работу. Либо появились какие-нибудь внеплановые дела, и появилось их очень много, этих внеплановых дел. То есть объем работы, например, увеличился. И каким может быть открывающий вопрос в данном случае?
мы можем спросить кандидата, бывали ли у вас такие ситуации, когда неожиданно возникала дополнительная работа или дополнительная задача сверх тех, которые вы обычно выполняли. Ну, я думаю, что редко мы найдем такого кандидата, который бы ответил «нет». Скорее всего, кандидат ответит «да», потому что специфика работы в российских компаниях говорит о том, что у нас очень часто возникает какая-то дополнительная работа. Поэтому, скорее всего, кандидат именно так и ответит, что «да, такая ситуация была», и дальше мы можем попросить его подробно вспомнить и описать данную ситуацию, в которой ему пришлось труднее всего, или, например, которая запомнилась лучше всего, да. И далее мы развиваем эту тему. То есть, когда кандидат вспомнил ситуацию, мы задаем вопрос, а дальше, а какая конкретно задача стояла перед вами, как вы выполняли, как вы с этим справлялись, то есть конкретные действия. И какой результат вы в конечном счете получили. Вот если, например, на этапе ситуации задачи кандидат может что-то придумать, потому что кандидаты тоже готовятся к интервью, есть огромное количество тренингов, как эффективно пройти интервью. Если кандидат что-то приукрасил из своего прошлого опыта на этапе действия, когда мы просим подробно его рассказать о том, что именно он делал, и просим рассказать, как он это делал, скорее всего, мы здесь выявим то, что эту работу человек не выполнял или с такой ситуацией не сталкивался. Ну, например, кандидат на должность торгового представителя вам говорит, что выполнение всего цикла действий, начиная с поиска клиентов, заканчивая сдачей финансовых отчетов. Но на вопрос, какие именно финансовые отчеты, в какие сроки, как выглядели эти отчеты, из каких разделов состояли, какие сроки сдавались, человек начинает путаться в показаниях, и мы с вами приходим к выводу, что явно эту работу человек не выполнял. А в результате выяснилось, что финансовыми отчетами занимался вообще другой сотрудник. То есть польза от данной техники, она очевидна. То есть мы сможем проанализировать прошлый опыт кандидата, как идентифицировать, что рекрутер использует данную методику. Когда мы говорим, приведите пример, расскажите о том, как вы справлялись там со сложной задачей в процессе работы. Либо вот если это менеджер по работе с клиентами, сложный клиент, да, сталкивались ли вы со сложным клиентом? Навряд ли нам кандидат с опытом работы в должности менеджера по работе с клиентами не вспомнит сложного клиента. Наверняка вспомнит, что сложный клиент был, и далее расскажет, то есть как он с этой ситуацией справлялся. На этом этапе мы также с вами сможем понять, что для него сложный клиент. Ну, потому что для кого-то там сложный клиент – это тот, кто очень много вопросов задает, дотошный. Для другого сложный клиент, который скандалит, хамит, ну и так далее. Мы, собственно, сможем отнести сложного клиента, которого описывает кандидат, с нашим сложным клиентом. То есть понять, в какой мере они соотносятся. Ну и понять, действительно ли он выполнял эту работу в своей прошлой жизни. Ну и соотнести это с нашими индикаторами. Так вот, это только прошлый опыт. Если что-то проявлялось в прошлом, да, это не значит, что кандидат справится с этим в будущем. А техника STAR, она идеальна, если мы говорим о том, что кандидат имеет опыт работы. А если это молодой специалист, который, допустим, ни дня не работал по специальности, о какой, собственно, технике STAR может идти речь? То есть мы даже не всегда при подборе и при оценке персонала на этапе подбора сможем анализировать прошлый опыт, потому что прошлый опыт может отсутствовать, это раз. Во-вторых, мы можем с вами рассматривать кандидата без опыта, то есть у него еще опыта работы не было. Он еще не знает, как эту работу выполнять. Наша задача – оценивать компетенции по заранее определенным индикаторам. Поэтому важно сочетать технику STAR, если это возможно для данной ситуации, для данного кандидата, но также и оценить, сможет ли наш кандидат справляться с такой работой в будущем. Это ситуационное интервью или кейсы, которые мы даем кандидату. А кейсы можно адаптировать под конкретную должность в конкретном подразделении с учетом специфики конкретной организации. То есть, по сути, в чем отличие кейс-интервью от техники STAR? В том, что в основном в кейсах представлена ситуация –
которые или события, с которыми кандидат в прошлой жизни не сталкивался. Но, отвечая на данные кейсы, он может продемонстрировать тот или иной уровень развития той или иной компетенции. Ну, например, даже если человек не имеет опыта, а у нас есть такая компетенция, как многозадачность, решая кейсы, мы сможем оценить, справится ли человек с работой в условиях многозадачности или не справится. А при этом есть универсальные кейсы, их очень много, да. Но я всегда считаю, что нужно адаптировать кейсы под конкретную организацию с учетом, так скажем, специфики организации, специфики должности, потому что одна и та же должность, юрист в одной компании, юрист в другой компании, это может быть совершенно разные, разный функционал, да, и разные рабочие ситуации. Поэтому эффективность кейс-интервью повышается в том случае, если мы пишем кейсы под конкретную должность в конкретном подразделении. А для этого нам потребуется помощь руководителей структурных подразделений. Ну, собственно, мы просим описать поведение эффективного сотрудника. Мы просим описать ситуации, с которыми чаще всего сталкиваются сотрудники его подразделения. А также мы сможем понять, какое поведение руководитель структурного подразделения считает эффективным, а какое считает неэффективным. И при ответе кандидата мы сможем понять, что он больше в ответе демонстрирует. Эффективное поведение или больше демонстрирует неэффективное. Существует огромное количество разных кейсов. Да? Есть проективные кейсы. В данном случае, если речь идет о проективном кейсе, соискатель он не вовлекается в данную ситуацию, не выступает ее участником, а как бы наблюдает со стороны. Когда у нас в ситуации есть определенные герои, да, есть, например, сотрудники структурного подразделения, которые демонстрируют определенное производственное поведение, и наш соискатель должен проанализировать поведение этих сотрудников гипотетических, ну и дать свою оценку этому поведению. То есть при этом он сам не является одним из них, но проективные методики темы хороши. Да? Одно дело, если мы задаем вопрос в лоб, а другое дело, если мы используем проективную методику. При ответе на проективные кейсы человек так или иначе демонстрирует свое отношение к данной ситуации. Но при этом отвечать ему проще, потому что он как бы не от себя отвечает, а как бы за всех. Поэтому проективные кейсы, они достаточно эффективны при оценке компетенций. А также у нас есть ролевые кейсы. Ролевые кейсы – это когда, наш соискатель принимает роль одного из участников кейса. Также вот разновидностью ролевых кейсов – кейс покажи. Да? Что значит кейс покажи? Это моделирование реальной рабочей ситуации. Ну, например, если мы принимаем на работу рекрутера, что мы можем? Я кандидат, вы рекрутер, проведите со мной интервью. Или мы принимаем на работу бизнес-тренера, то есть мы какое задание можем дать нашему потенциальному бизнес-тренеру? Провести мини-тренинг. При этом мы не довольствуемся чисто теоретическим описанием ситуации, но рекрутер должен составить там профиль должности. Нет, мы просим именно провести с нами интервью, как будто бы мы соискатель, да, а он рекрутер. И то же самое касается менеджеров по продажам. Ну, самый традиционный прием, который, я думаю, всем хорошо знаком. Там, продайте мне эту ручку, продайте мне эту тетрадку. А вообще кейсы, которые называются абсурдная продажа, они достаточно часто используются. При этом абсурдная продажа бывает двух видов. Это либо абсурдна сама аудитория, которой мы предлагаем данный продукт, ну, им это не нужно, да, а либо абсурдной может быть сам продукт. Ну, то есть он совершенно не нужен, да, этот продукт, там, например, антивиагра. Кому, соответственно, нужен данный продукт? Вот здесь, если мы говорим абсурдная продажа, это навыки, так скажем, потенциального соискателя, именно коммуникативные навыки, умение находить
аргументы, придумывать какие-то доказательства. Например, убедите меня переходить улицу, например, на красный свет. То есть мы в полной мере сможем оценить коммуникативные навыки. Поэтому вот ролевые кейсы, так скажем, очень эффективны при оценке компетенций. А также мы можем, например, нашего секретаря, если мы говорим о секретаре, попросить составить деловое письмо или найти ошибки в деловом письме. А кто у нас еще, например, там был? Секретарь, да, вот вам одновременно поступает, вы разговариваете с клиентом, например, менеджер по работе с клиентами, вы одновременно разговариваете с клиентом, но при этом раздается телефон по вашей рабочей линии. Как вы поведете себя в данной ситуации? Кроме того, есть еще разновидность кейсов, это стресс-кейсы. Ну, вообще стресс-интервью достаточно популярно. При этом ну, использование стресс-техники, да, достаточно спорные вопросы вызывает. В ряде случаев это целесообразно. Вот у нас, например, был профиль должности, это менеджер по работе с клиентами, у нас есть стрессоустойчивость, например, такая компетенция. Это целесообразно, да, какие-нибудь кейсы, где человек может, ну, продемонстрировать, так скажем, устойчивость, эмоциональную устойчивость. Разновидностей много, но это какой-то форс-мажор, например. Это может быть вопрос определенный, да, либо это может быть какой-то конкретный кейс. Ну, например, вы ехали на важную встречу, и у вас там заглохла машина по дороге, к примеру, да? Или вы прилетели на важную встречу, и у вас украли все документы. Ну и далее мы просим назвать как можно больше, так скажем, действий, которые предпримется искатель. Ну, то есть как быстро он начнет теряться. Потому что, например, вот если машина заглохла, ну, собственно, первое, что приходит в голову, это позвонить по телефону, да, а мы говорим, собственно, связи нет, ну и так далее, развиваем тему. То же самое касается и по поводу кражи документов. То есть как человек сохраняет хладнокровие, как много альтернативных вариантов приводит, то есть это еще и находчивость мы можем определить. Поэтому кейсов много, иными словами, мы оцениваем не только прошлый опыт кандидата, но и, так скажем, пробуем спроецировать прошлый опыт кандидата на нашу текущую ситуацию в рамках данной должности, в рамках данного структурного подразделения. Ну, собственно, вопросам оценки посвящен наш курс. Напомню, курс у нас стартует 17 мая, поэтому присоединяйтесь, мы будем с вами оценивать кандидатов, используя разные методики. Их очень много на самом деле. И познакомимся с вами и с ассессмент-центром, и с методом оценки 360 градусов. И не только действующие сотрудники, также как построить систему оценки в организации, как оценивать действующих сотрудников. То есть у нас есть оценка по компетенциям, есть оценка по результативности, есть оценка потенциала, например, как провести ассессмент-центр. И напомню, что курс у нас включает 16 часов. И у нас есть профессиональный стандарт, это специалист по управлению персоналом. И там есть отдельная обобщенная трудовая функция, называется деятельность по оценке и аттестации. Вот, поэтому наш курс полностью соответствует требованиям профстандарта к специалистам данной категории. А что касается компетенций, прежде всего, компетенции, которые, это разрабатывать модель компетенции. То есть чем мы занимаемся? Вот у нас курс не такой большой, мы как раз составляем компетенции под разные должности, знакомимся с универсальными моделями SHL и с Ломингером, и как подобрать компетенции, и стоит ли использовать универсальные, либо нужно разработать свою какую-то универсальную модель, либо уже готовыми методиками воспользоваться. Как внедрить систему оценки в организации, какие методы целесообразно использовать. Поэтому будем проводить разные оценочные мероприятия, составлять кейсы,
документально оформлять процедуру оценки. Также очень важно это проведение постаттестационной беседы, то есть как давать обратную связь сотрудникам, чтобы не убить мотивацию, а чтобы способствовать развитию. Потому что проводим оценку, цель – это мы должны способствовать развитию потенциала кадрового прежде всего, а не кого-то там уволить или еще что-то. Потому что цели бывают, конечно, разные, но сотрудники иногда саботируют проведение оценки. И наша задача – это информационное сопровождение данного мероприятия, чтобы можно было безболезненно ее внедрить в организацию, особенно в организации, где эта оценка никогда не использовалась. А также у нас наш курс «Менеджер по оценке и аттестации персонала» входит в структуру нашей новой дипломной программы. Это «Менеджер по управлению персоналом». Там у нас 10 курсов, и «Менеджер по оценке и аттестации» – один из них. Вот, поэтому я не могла не сказать про нашу новую дипломную программу. Поэтому, если вы, опять же, проходили у нас курсы, если какие-то из этих курсов уже проходили, то, в принципе, они могут быть зачтены, и можно уже выйти на диплом. Потому что, если это дипломная работа, это все-таки диплом о профессиональной переподготовке, и он больше ценится на рынке труда, особенно если планируется развиваться в HR-сфере, нет профильного образования, то, конечно, есть смысл подумать и о дипломных работах. Я смотрю, к нам присоединился менеджер нашего центра. Яна, вы меня слышите? Да, здравствуйте, меня слышно? Да, вас слышно, Яна, поэтому давайте мы пару минут вам выделим. Да, буквально пару минут. Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы благодарим вас за прослушанный семинар. Здесь я, наверное, повторю, что, конечно, приглашаем вас на обучение. Ближайший курс «Менеджер по оценке аттестации персонала» у нас стартует 17 мая. Также в чат добавлю ссылку на описание этого курса, чтобы более подробно вы ознакомились. Вот, также обратите внимание, что курсы можно пройти как по отдельности, так и именно в комплексных или дипломных программах. Вот, так еще будет плюс то, что выгоднее по стоимости. И если, допустим, есть слушатели, которые прошли уже отдельные курсы, то заново их проходить не нужно, мы их просто перезачтем. То есть также будет выгоднее по стоимости. Вот, есть разные форматы обучения. У нас есть очно и онлайн. Есть классический формат, то есть когда вы можете подключиться именно в режиме реального времени. А также есть формат открытого обучения и очно-заочный формат. У каждого формата есть свои плюсы. Именно вот особенность открытого обучения – это то, что вы обучаетесь по видеозаписи. Это запись живая, запись реального занятия. Вот. Но преподаватель присутствует 100% времени и занимается вместе с вами. То есть этот формат такой ближе к индивидуальному. Можно задавать намного больше вопросов преподавателю. И то есть преподаватель находится с вами именно в режиме онлайн. Вот. Также буквально еще пару минут хочу сообщить, что каждому слушателю сегодняшнего семинара мы даем возможность получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию. Вот. Чтобы воспользоваться ей, необходимо или по телефону сообщить, или по почте написать промокод «Иду вперед». И сейчас тоже в чате оставлю эту информацию, то есть чтобы ей воспользоваться, допустим, прямо сейчас, можно пройти по ссылке. Вот, и указать данный промокод. Вот. Что касаемо самого обучения или есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, также готова ответить. Ну и оставлю контакты, куда можно будет напрямую обратиться. Спасибо большое, Яна. Также те программы, куда у нас входит курс «Менеджер по оценке аттестации», как раз Яна скинула в общий чат. Это дипломные программы. У нас их много, куда входит курс «Менеджер по оценке аттестации». Это и «Менеджер по управлению персоналом», и «Директор по персоналу», и «Аналитик данных управления персоналом», и «Специалист по подбору со знанием инструментов HR-аналитики». Есть также комплексная программа «72 часа», это «Специалист по оценке персонала». Поэтому, если что, вот можно по ссылочкам перейти в чате и посмотреть структуру этих курсов. Также, если
а будут вопросы, готова ответить. А что касается вопросов по нашей сегодняшней теме, коллеги, есть ли какие-нибудь вопросы, готова ответить? То есть можно голосом задавать, если что, можно в чате. Как вам удобно?